Так, осталось 10 лет. Если мы сейчас внесем 2 миллиона, наша сумма может уменьшиться. Сабр, к тебе есть разговор. Очень деловой. Я вот открыла все документы нашей ипотеки. И смотри, если мы внесем сюда большую сумму, ну, например, 2 миллиона, ежемесячный платеж у нас будет меньше. Соответственно, тебе будет немного легче. Ну, я знаю, если мы будем вносить большие деньги, конечно, сумма уменьшится. Факт в том, где брать эти деньги. Во, вопрос, где мы возьмем. Так вот, наша Арай собрала хорошую сумму денег. Я сама лично видела. Просто стоит тебе поговорить с дочерью. Не, ай, мам, прекращай. Я знаю, дочь работает, она собирает. Она хочет себе приобрести машину. Это ее деньги, это ее чистый заработок. А я как-нибудь сам буду закрывать ипотеку, так что не надо. Дочь не беспокой. Ни одной нормальной машины нету за 2 миллиона. За 2 миллиона я куплю только какую-нибудь российскую машину. А я же не умею водить механику, мне нужен автомат. Придется еще копить. Че, всем привет. Завтра выхожу на работу, первый день. Все, считайте, что скоро мы разбогатеем. Кстати, мам, девушку хочу с вами познакомить, она тоже хочет с вами познакомиться. Не пойму цель его знакомства. Зачем он собирается знакомить нас со своей девушкой? О, какая новость. На завтра вечером. Все тогда, мазя, завтра вечером у нас дома. Ой, ну как мой платочек? Красивый? Сейчас придет девушка Дидара. Будем знакомиться. Ой, пришли. Саламатсаба. Саламатсаба. Мам, знакомься, это Маржан. Маржан, это моя мама. А это моя сестренка Рай. Идем. На улице было ужасно жарко. Я быстро сейчас душ приму, а вы пока поболтайте. И давно вы встречаетесь с Дидаром? Мы встречаемся месяц. Всего месяц? И уже хотим пожениться. Мы любим друг друга. А так быстро? У меня такой вопрос. А сколько вам лет? Мне 28. Ну, 29 будет через месяц. Ой, бай, ты же для него как опашка. Ты же знаешь, сколько Дидару лет? Ему вот недавно только 22 было. Да, конечно, я знаю, что Дидару 22. Но махабаджаска карамает. Завтра, знаешь, родишь, потом взрослее выглядеть будешь. Надо тебе своего ровесника искать. Он же еще ребенок. Эй, иди сюда. Вот и привел. А ну кэра. А ну кэра, да сколько утром калган. 29 лет.